Самая важная часть образовательного контента – аудиовизуальная. Может быть, сформирована различным способом. Иногда, ну и даже часто приходится использовать имеющиеся в интернете профессиональные средства, профессиональные презентации, видеоролики. Но больший интерес, можно даже сказать, живой интерес, вызывает видеоролики и презентации, созданные либо своим учителем, либо самими учащимися с помощью несложного инструментария, имеющегося практически в каждой школе: видеокамеры, веб-камеры, фотокамеры смартфонов, телефонов, позволяющие производить высококачественную съемку, и с помощью программного обеспечения, имеющегося практически на каждом компьютере, можно создавать скринкасты, видеоролики с записью изменений на экране монитора, видеоролики с записью конференций, других мероприятий и современные презентации, создаваемые совместно с аниматорами, привлекающими внимание, в отличие от стандартных презентаций PowerPoint.